посмотрим, что находится в фильтре осушителя. Влагомаслоотделитель. Сейчас разберем его и посмотрим. Этот фильтр отъездил у меня полгода. Вот такой вот картридж. Пружинка стоит. Тут вот усики. Отломаем их. Ага. А тут засыпан силикагель. Шарики на ощупь влажные. Вот так вот устроен осушитель воздуха. Ну, а теперь это можно все дело отправить в мусорку. Ради эксперимента воды сюда нальем. Посмотрим, что будет. Впитает ли он ее или нет.